Город с высоты птичьего полета. В парке Степанова ко дню молодежи запустили колесо обозрения. Аттракцион прошел все необходимые проверки, в том числе и на безопасность, и теперь готов радовать горожан. В Иванове два колеса обозрения в разных частях города, второе в парке Харинка. Стоимость билета на новый аттракцион 100 рублей. Я думаю, что, конечно, ждали, тем более оно с зимы у нас уже стоит, да, и пока его доделывали, пока сдавали в Ростехнадзор, вот сейчас мы уже должны его запустить, и, соответственно, я думаю, что оно будет также радовать посетителей парка Степанова.